Выставочный зал доказательств преступлений японского отряда 731 в Харбине опубликовал недавно обнаруженные архивные документы, личные данные членов отряда 731. Во время Второй мировой войны это подразделение императорской армии Японии занималось разработками биологического оружия. Опыты проводили на живых людях. Какая важная информация о военных преступлениях зафиксирована в обнаруженных материалах? В чем их важность для будущих исторических расследований? Подробности в нашем сюжете. Эти материалы первоначально хранились в Национальном архиве Японии, а в 2023 году были переданы в выставочный зал доказательств преступлений японского отряда 731 в Харбине. Долгое время считалось, что после капитуляции Японии весь личный состав отряда 731, занимавшийся разработкой биологического оружия, в полном составе был эвакуирован в Японию. Произошло это в августе 45-го. Однако теперь выяснилось, что 52 военнослужащих из этого отряда домой не вернулись. Большая часть из них смогла сменить документы, растворившись в разных провинциях Китая. Возвратившись в Японию спустя некоторое время, они вынуждены были раскрыть информацию о себе. Эти данные, 69 страниц досье, представляют сегодня особый интерес. Когда отряд СМТР-1 получил приказ об эвакуации, эти сотрудники отряда могли быть в командировке, не в Харбине, и не успели выехать вместе с остальными. Но когда они сами вернулись в страну под вымышленными именами, они должны были сообщить свои настоящие данные, иначе их статус военных ветеранов не был бы признан, и им не начали бы начислять пенсию. Выяснилось, что отряд 731, военнослужащий, которого ответственный за гибель в жутких мучениях нескольких тысяч подопытных, состоял из шести категорий личного состава, а также ряда неизвестных лиц. Какие должности занимали неизвестные, еще предстоит выяснить. Согласно недавно обнаруженным архивным документам, было раскрыто, что в отряде 731 также была специальная должность офицера разведки. А他的工作呢? В его обязанности входило руководство специальными подразделениями отряда 731 для ведения бактериологической войны в различных местах, а также информационный шпионаж. Здесь записано, что в 1938 он ездил в Пекине Тиндзинь для сбора информации, а в 1941-м ездил в Ханчжоу в провинции Джидзян. Это как раз было время, когда японская армия применила бактериологическое оружие в Джидзяне. Так что эти два события совпадают по времени и наверняка связаны между собой. Личные данные членов отряда 731 это совершенно новый исторический материал. В будущем он поможет проследить за судьбой тех, кто занимались разработкой и испытанием бактериологического оружия, но в силу разных причин сумевших избежать ответственности за свои преступления. Синьмен, Сиđтэн.